Вы давным-давно сами на себя напали и 5 лет себя жрете. Вы поубивали своих граждан. И Зеленский больной человек, потому что он на это не реагирует так, как на это должен реагировать настоящий глава настоящего государства. Тот же Аваков при всем том, да? Министр внутренних дел, который плевал на этого президента. Что вы говорите, президент какой? Где вы видите президента? Это чмо, клоун. Человек только со сцены спустился, значит, его избрали на фоне этого фильма «Слуга народа», где он там стреляет из УЗИ и так далее, да? Людей обманули! И они поверили в то, что придет лидер, который зачистит, наконец, от всей этой нечисти Украину, и там как-то что-то пойдет, на полном серьезе считают его президентом. Люди почувствовали, люди отрицательном плане, я имею в виду Бандеров, националистов, Аваков, почувствовали слабого человека у власти. Он негодяй, он предатель, он убивает себе подобных. 4 раза уклонялся, не служил, 42 года вообще ничего. Кто он такой? Ну, слушайте, это позорище. Если сейчас поднажать хорошенько, включить систему тех компонентов, о которых мы говорили, экономических санкций, значит, паспортизации и пропагандистское и прочее давление, там все рухнет. Нажать, и все рухнет к чертовой матери. И мы спасем свое лицо, свою границу, своих русских людей. На Украине, с учетом современной информации и так далее, это уже происходит. Русские люди убивают русских людей на Донбассе. Для нас это и есть главная проблема. Вот эту проблему надо решить, используя то, что у власти. На Киеве находится чмок. Клоун, а в Вашингтоне трусливый коммерсант Трамп.